Документы в первые классы принимает сегодня городская школа номер 33. Более 200 родителей подали заявление через портал госуслуг в это образовательное учреждение. В этом году будет сформировано 5 классов по 30 человек. С самого утра родители, желающие отдать своих детей в первый класс, подходили в школу. К 10 часам, когда начался прием документов, уже более 100 человек стояли в очереди. Как пояснили в школе, только 168 подавших заявление родителей могут сегодня записать детей в первый класс. Остальные заявления заморожены, так как не подходят по прописке. Родителей очень много. В этом году поступило 217 заявлений, но из них микрорайона только 168. Остальные желающие поступить в нашу школу, но поскольку сейчас регистрация идет на портале, поэтому остальные получают статус замороженных. И только в случае свободных мест, в чем мы очень сомневаемся, что они будут, мы сможем 1 июля как бы разморозить этих родителей и принять 150 человек.